Привет, меня зовут Алена, и сегодня мы вместе с вами будем распаковывать посылки с AliExpress. Как видите, я немножечко в другом уже месте, мы наконец-то переехали, и, к сожалению или к счастью, у меня нет сбоку того стола, где я показываю, насколько у меня много посылок. Поэтому придется это все делать вручную. Сейчас покажу, что мы будем сегодня с вами распаковывать. Вот такое вот количество мне пришло. Посылок на этот раз, я думаю, время их открывать. Ну что, давайте начнем с той, которая у меня первая выскочила. Хотела убежать, но нет, не сегодня. Еще бы 2 миллиметра, и я отрезала все, что там внутри. Фух, мне повезло. Ага, я знаю, что это, потому что очень ждала эту посылочку, наверное, больше из всех. Это вот такие вот часы со знаменитой расцветкой ремешка, реплика аналог. Отделка часов Daniel Remington, огромный просто циферблат, вот такой вот позолоченный. Почему немножечко покоцанный, уже не знаю я, даже немножко обидно, да? Циферблат, конечно, крупный. Мне кажется, он закроет всю ширину моего запястья, но мне прям очень нравится расцветка ремешка. Именно сочетание темно-синего и розового, мне кажется, это очень миленько. Следующее предлагаю взять вот такую вот ярко-зеленую посылку. Это точно одежда, размер S указан. Это, по-моему, купальник, состоящий из нескольких частей. Ха, класс, смотрите, на попе такой тукан, по-моему, эта птица называется, да? Вот такие вот веселенькие плавки. Верх очень-очень уж простой, ну, хотя бы есть чашечки. Ага, это что-то типа такой кофты, коротенькой, да? Вот она, вот так вот выглядит. Сейчас, наверное, стоит это померить и посмотреть, как это все выглядит. Стандартные высокие плавки, верх треугольничками, больше подойдет для красивой большой груди, не для меня, да. В комплект идет вот такая вот накидочка, как раз для тех, у кого грудь небольшая, для того, чтобы не палиться. Да и вообще, очень удобно, если вы быстро сгораете на солнце, подгорают плечи, у меня, например, аллергия. Определенно такая вот накидочка еще пригодится. В следующем возьму вот такой вот более маленький пакет. Кстати, напишите мне в комментариях, раздражает ли вас то, что я оставляю при монтаже кадры именно открытие посылки, потому что некоторые пишут, зачем тратить наше время, можно было просто показать, что тебе пришло, и все. Ну, не знаю, мне кажется, так более интригующе, что ли. Только не говорите, что это то, что я очень давно ждала. Я вообще забыла, что оно должно мне прийти. Да, я вспомнила эту палетку. В общем, это набор косметики одного бренда. Это у нас набор теней, контурирующая палетка, там, где румяна, тушь, конечно же, и... Это, видимо, да, это помада для губ. Я буду делать отдельное видео с макияжем этой косметикой. Предлагаю следующее взять вот такую вот плоскую, мягенькую посылочку, потому что здесь, скорее всего, одежда. Я себе на лето заказала там пару интересных платьичек, посмотрим. Да, это одно из них. В общем, это вот такое вот платье, белое, с такими фиолетовыми цветочками. Мне понравилась расцветка, и я не понимаю, почему я взяла размер M. Видимо, боялась, что оно будет коротким. Просто в последнее время мне приходят очень короткие рукава в одежде. Но здесь вроде бы все нормально. Я, наверное, померяю это, чтобы вам было видно во весь рост. Но ткань, кстати, очень даже приятная. Это, конечно же, синтетика, но она, скорее всего, очень хорошо стирается и практически не требует утюга. Мне очень нравится его расцветка, ну прям нежнятина. В целом, удобный фасон, как по мне, довольно неплохо села. Очень удобное такое ежедневное платьишко. Жаль только, конечно, что синтетика. Ну что, давайте следующий возьмем вот такой вот желтый конвертик. Это такой вот маленький чехольчик. Посмотрите, это мне на обзор прислали, такой хорошенький набор малюсеньких дорожных кисточек. Боже, какие классные яркие ручки, красные такие прям. Это, конечно же, искусственный ворс. Мне в последнее время очень нравятся двухсторонние кисти, это очень даже удобно. И у меня осталась одна последняя вот такая вот посылочка. Здесь 100% одежда, и главное ее не порезать, да? Это, кстати, платье. Очень вовремя мне оно пришло.
уже размер S, и оно у меня длинное, такое в пол. Мне очень понравилась расцветка. Почему-то мне захотелось именно вот такой вот немножечко восточного марокканского узора, что ли, да? Я думаю, будет интереснее это все сразу же примерить. Я обожаю длинное платье в пол, а если оно еще и прям пушистое, это любовь на всю жизнь. Очень оригинальная такая слегка марокканская расцветка. Не совсем понятная длина рукава, чуть длиннее, чем 3/4. Но в целом талия вроде как на месте. Ткань, конечно же, синтетическая, но оно настолько невесомое и легкое, что в принципе без разницы, с какой оно ткани. В нем хочется кружиться, ну, в общем, все как я люблю. На этом все. Вот такие вот посылки у меня были на этот раз. Надеюсь, это видео было вам полезным или интересным. Все ссылки на показанные товары, как всегда, оставляю внизу в инфобоксе. Вам нужно будет нажать вкладочку «Развернуть», там все будет. Вам просто огромное спасибо за внимание, а я вас всех целую и пока!